«Металл, стекло и палец». Все о мобильных развлечениях на glafi.com. Привет, друзья, с вами BadGamer, и сегодня мы рассмотрим стратегическую игру «Пошаговые битвы» по вселенной Warhammer 40 000 под названием Space Wolf. Это не то чтобы лучший продукт во вселенной Warhammer 40 000, но точно не из последних. В игрушке отличная графика, в самом геймплее достаточно много нюансов, чтобы с часами изучать характер сражений, а внешний вид вполне придется по вкусу всем любителям эффективной картинки. В игрушке имеется широкий простор для тактики и маневров, эффективное снаряжение, а также очень даже затягивающий геймплей. Но здесь не обошлось и без доната, но игра не сильно завязана на нем. Играть достаточно приятно. Напомню вам, что игрушка уже давненько вышла на iOS, а на Android есть лишь бета-версия. Выбрав понравившуюся миссию на глобальной карте, вы переноситесь на поле сражений. Здесь станет ясно, чем пользователь занимался в штабе. Думал ли головой, когда выбирал напарников? Туда ли тратил деньги? Вместо очков действия используются карточки. На прямоугольных кусочках нарисованы автоматы, пулеметы, огнеметы и сверкающая коллекция холодного оружия. После единичного использования карта исчезает, а значит, нужно трижды подумать, прежде чем швырять карты направо и налево. Вдруг эта карта оказывается вашим победным козырем, и использовать ее нужно в определенный момент. Также в геймплее стоит учитывать, что под вашим командованием находится трое бойцов. Открывается приличное поле для маневра. Один, например, может отвлекать огонь на себя, а другие метко бить с безопасной дистанции. Игрушка Warhammer 40 000 Space Wolf понравится всем любителям пошаговых стратегических баталий. Так что не пропустите эту игру. Я думаю, на Android релиз состоится очень скоро. Ну а с вами был BadGamer. Понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Также забываем заходить на наш сайт glafi.com. Там есть на что посмотреть. Всем всего. Пока.